Google признался, что уже почти год шпионит за пользователями. В компании подтвердили, гаджеты на платформе Android собирают данные о местонахождении владельцев и отправляют их разработчикам. Причем это происходит даже если отключить геолокацию и вынуть сим-карту. То есть помешать передаче данных невозможно. Телефоны копят и отправляют в Google информацию о ближайших вышках сотовой связи. С ее помощью можно получить подробный отчет о перемещениях человека. В компании уверяют, что запустили программу только для улучшения качества связи и готовы ее свернуть. Напомню, недавно обвинения в слежке были выдвинуты и против главного конкурента Google, компании Apple. Как утверждалось, айфоны умеют тайно активировать микрофон и видеокамеру, чтобы подсматривать и подслушивать за владельцем.